Юные участники – серьезные темы. Конкурс «России. Верные сыны» провели в 8-й раз. В выставочном зале Екатерининского парка накануне наградили победителей. В этом году 3 темы на выбор. В этом году 130 лет со дня рождения Булгакова. И мы выбрали тему «Рукописи не горят». А вторая тема «Если хочешь победить весь мир, победи себя» – это цитата Достоевского. Посвящена она тому, что в этом году мы отмечаем 200-летие Достоевского. И третья тема, посвященная Александру Невскому, 800-летие Александра Невского, называется «Защитник земли русской». Сочинения, рисунки, стихи. Формат свободный. Работы прислали более 500 детей, школьников и студентов. Возраст участников от 3 до 18 лет. Победителям и призерам вручили дипломы и книги. Будем поддерживать этот очень важный конкурс, который поднимает вопросы нашей русской, российской, отечественной культуры, отечественной истории. Артем – любитель спорта и Булгакова, учится в училище Олимпийского резерва. Для конкурса написал стихотворение. Занимаюсь академической греблей, здесь недалеко база находится. Ну, когда есть свободное время, успеваю почитать. Елена интересуется военной тематикой, отсюда и выбор темы – рисунок «Защитник земли русской». На рисунке была битва Невского, тонущий конь и сам Невский. Сражающийся с рыцарями. Спасибо за память, спасибо за то, что вы любите историю, любите произведения великих писателей и изучаете их, знаете Булгакова. Дипломы помогут поступить в российские вузы по квоте или на конкурсной основе. Для поступления в ПГУ участие в конкурсе тоже засчитывается.